Я сейчас с вами хочу поговорить на тему похожести людей. Я тут увидела, ну это еще давно, я думала, на кого же похож Локи. Есть такой актер Юрий Батурин. Это российский актер. Вообще он очень талантливый такой вот. Ну и вот они похожи. Я еще раз увидела, да, действительно, похожи. Но, конечно, у каждого индивидуальность своя есть. И Тома Хиддлстона все равно никто не сможет заменить в роли Локи. Потому что Локи – это уникальный такой персонаж. Вот. Но похожесть есть у людей, есть двойники. Я вот считаю, что Том Хиддлстон и вот этот вот Юрий Батурин – они двойники. Ну, по крайней мере, Локи и Юрий Батурин, если так, да? Потому что... Ну, и там есть даже роли похожие, вот как бы в плане, что тоже пиджаки он носит. И черты отдаленно вот так, что когда делает жесты, похоже с Локи, с Томом Хиддлстоном, у Юрия Батурина, промелькивает вот это. Я не знаю, возможно, это были реинкарнации, и они между собой души это похожи. Не знаю. Ну, факт тот, что это есть такое понятие, как двойников. Я не знаю, может, на меня тоже кто-то, хотя я считаю, что я в одном экземпляре индивидуальность. Вот, вот и все, я что хотела с вами поговорить. Ну, про двойников. Есть очень много, конечно, таких теорий, что мы же не одну жизнь живем, то мы можем проживать в разных телах, и души они многогранные, и никто не гарантирует, что ты в одной вот здесь в стране, а в другой не живешь. Ты можешь одновременно жить и там, и можешь в разных даже, той же, допустим, кошка может оказаться тобой же, то душой твоей. Ну так, или животное, или какой-нибудь горный кристалл, да, которые растут живые. Ну, дерево какое-нибудь тоже тобой было. Потому что мы проживаем каждый раз какой-то новый опыт нашей души. И не гарантируем, что именно это вот конечная точка, в которой мы сейчас находимся в оболочке. Это мое мнение, я никому не навязываю. Вот, я так считаю. Вот, и просто из опыта смотрю и вижу. Есть даже жесты, я говорю, еще мимика похожая у людей. Отдаленный какие-то взгляд. Даже у этого Юрия Батурина и у Тома Хиддлстона у обоих голубые глаза. Вот, если посмотреть, то можно увидеть, что у них голубые глаза. Я просто взглянула, я раньше как-то не приглядывалась, но я увидела схожесть. И думаю, кто на кого же похож. Потом, и сегодня я когда стала смотреть, то люди тоже писали это еще в 2014 году в группе ВКонтакте, посвященной Тому Хиддлстону, что вот Локи похож с Юрием Батуриным. Я взглянула, я специально зашла в этом, в Ютубе нашла Юрия Батурина. Он, конечно, очень умный тоже человек, как и Том Хиддлстон, и он такие умные вещи говорит. Он проводит даже свои прямые эфиры. Ну, я посмотрела еще мельком эти роль там. И действительно там отдаленно что-то есть похоже. Не отдаленно даже, они вот похожи. То есть у каждого человека есть двойник. Вот так. Вот и все, что я хотела сказать вам. Благодарю за внимание. С
вами была Тора Люкс. Я желаю вам счастья и быть, конечно, индивидуальностью. Но помнить, что мы живем в многомерном пространстве, многомерном. И это не конечная наша точка, что мы должны развиваться духовно, не стоять на месте, а развиваться. И души наши приходят для развития, для любви, для понимания этого мира, для созидания, для творчества. Творите как можно красивее. Есть, конечно, разрушение, это тоже опыт, когда выбирают такое вот проживание в тех же темных сущностях, это тоже опыт души в таком воплощении. Но мы как раз, вот, кстати, в Локи была мысль, что Локи подсвечивал именно тех героев, заставлял их развиваться, которые, ну, тот же Тор или другие герои. Вот антигерои, они темные, допустим, тоже материи, темные сущности. Они, ну, Локи, он не, и не то, и не то. Он может и быть добрым, и может быть злым, то есть такой вот. Двойной персонаж этот. Вот. Как, в принципе, и каждый человек тоже. Он нет абсолютно на злых людей или абсолютно добрых. Все мы имеем в себе и ту сторону. Вот. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. В меньшей степени. Но все равно. И темное это подсвечивает, она. Дьявол, он для чего был создан? Чтобы люди могли развиваться. И он их как бы через искушение проводил к Богу. Чтобы Бог. Кстати, дьявол, он особенно верит в Бога. Он знает, что он существует. Как вот в фильме, кстати, «Конец света». Я немножко, несколько серий посмотрела, мне очень понравился фильм российский, там как раз про дьявола, который пришел пожинать души, забирать и апокалипсис устраивать. И вот там парень антихрист, там он его, это его сын, но он антихрист еще пока не осознающий, но это... То есть он добрый какой-то парень. Вот. У него была любимая девушка. И вот он тот сделал так, что она умерла. Сатана. Дьявол сделал так. Ну, такой фильм. Ну, интересный там. Дьявол очень такие, кстати, вещи разумные говорит. На самом деле. Да и Локи говорил в этом в сериале Локи, тоже разумные вещи. На основе этих фильмов можно учиться тоже чему-то. Мы учимся духовно, развиваемся, но выбирать надо всегда. Надо отделять зерна от плевел, как говорится. Вот. И выбирать литературу, которую ты читаешь. Не бездумно там и не смотреть бездумно телевизор. Или бездумно читать новости какие-то, потому что есть много фейковых новостей. Надо все через свое сердце. Если ты чувствуешь, что это да, ты должен посмотреть твое, как внутри ты ощущаешь, это правда или нет. Или для тебя ширму устраивают спектакль. Все это внутри должно мы должны внутреннюю интуицию включать, прежде чем что-то делать, выводы какие-то. Вот так. Ну, это мое мнение, а вы смотрите сами. Я говорю еще раз, надо все через интуицию. Хочу показать вам, у меня малыши тут.
Вроде Муся и маленькие детки ее. Сейчас я возьму. Вот. Хорошие. Они хорошие такие. Они такие хорошие. Маленькие, хорошие, хорошие. Как НЛОшки опять. Их шестеро. Хорошие такие. Вот. Смотрите, какая прелесть. Я прям от них тащусь. Они все такие красивые. Они сейчас маму пьют. Там слышно ми-ми. Мяу, да. Мяу. Вот еще один. Сейчас покажу. Вот еще один. Это разные. Видите, опять тоже такой похожий. Хорошенький. Как я их люблю. Конечно, я так маленьких. Так. Смотрите, какая прелесть. Маленькие малыши. Дядя, стой, мил, я, да, скажи маму, к маме меня, к маме меня, да, к маме меня. Вот так, хороший мой, да, да, тут, да. Сейчас маме надо. Иди, иди. Вот так. Такие вот у меня малыши. Вот еще один. Видите, вот хорошенький такой. Тоже. Тоже хорошенький. Такие хорошие. Да. Скажи, отрывали меня. У нас еще и черненький есть. Вот, видите. Лёсий. Как медвежоночек такой. Какой медвежоночек у меня. Медвежоночек. Это восемь. Медвежонок. Он похож вот этот вот на медвежонка. А мордашка хорошенькая. У всех у них замечательные такие красивые мордашки. Вот это уже третий выводок у нас. И Буся плодовитая, это с Басей они у нас. Бася, папа их, рыжий, белый кот, а мама, вот Муся, серенькая. У меня еще Буся есть, Буся вон сидит. На подоконнике, не знаю, видно будет. А у нас за окном зима. Вот, зима. Снег, видите, и снег идет прям вот такой вот снег. Такой вот. А вот Бася пришел. Это вот как раз папа. Буся, Бася. Ну а что, не нравится, да? Они убегают. Даже сейчас иногда выбежат на улицу. А там же мороз, снег. И опять его забегает тут же. Потому что все,
Лето закончилось, зима наступила. Так, благодарю за внимание. С вами была Тора Люкс.